сторонке ты не зажимал. Поставил, и потом не ты. Кто? И погода для вас по правилам. Начальник охраны нас охранять будет сегодня. Здравствуйте. Вот. А куда? Приветствуем, Алексей. Спасибо.
группа. Владимир Колмаков. Виктор Горбунов. Спасибо, Кувшинова. И ситуации, которые возникают, когда знакомишься с зарубежными странами, в том числе и Америка, Германии, Франция, Израиль, то, что лучшие женщины живут в России. Это действительно так. Если там они одеваются шикарно на праздники, то наши женщины одеваются шикарно каждый день. Всех приветствую, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Елисеев, я автор проекта «Давай поговорим». И сегодня с нами с удовольствием согласилась встретиться прекрасная девушка, последняя бэк-вокалистка Михаила Круга Екатерина Зарывина. Очень много на земле красавиц, а скольких я глазами проводил. И хранит мне преданная память тех, кого когда-то я любил. Вообще расскажи, как вы приехали туда, как все вообще происходило? Есть в памяти такие? Ну, концерт был внезапный, то есть он был не запланированный у нас. Июнь месяц у нас был отпуск, и это был первый концерт после нашего отпуска. Значит, мы приехали, нас очень тепло встретили на этом концерте. Мы поехали на озера в Кувшиново. На этих озерах наши ребята решили искупаться. То есть это было перед концертом? Это было перед концертом, да. И они также хотели выпить, но им сказали, что ребята, не стоит выпивать, потому что есть такое поверье, что выпившим в этих озерах не купаются. Но ребята сначала искупались, потом выпили. И Мадлен сказала: «Вы полетите. Будем жить мы с вами хорошо». Подарила трусики в конверте, чтобы никуда я не ушел. Кувшиново, какие-то озера, да, в которых типа нельзя пьяным купаться. Кто купается пьяным, ну, умирает. Я понял. Нет, я просто к чему спрашиваю еще. Миша не стала, правильно? Влада не стала. Да. Марина Шамшонкова не стала. То есть получается, все купались, и многих людей не стало же? Ну, Марина-то не купалась. Ну, Марина, да. Ну, Марина, да. Ну, Марина года три назад, наверное, не стала. Я бы с ними, может, и остался. Хоть хорош Берлин, хорош Париж, но никому душой не открывался. Хоть симпатии к ним не утаишь. И уже когда домой прибуду, вечером в гости приглашу. Кто-то еще из организаторов... Миш купался, Влад купался, еще ребята купались, организаторы купались, да. Перед этим они выпили, было жарко, наверное, да? Перед этим они выпили немного, правильно? Нет, им сказали, прям при мне, что пить нельзя. Нужно сначала искупаться, а потом пить. Потому что, говорит, такая есть, ну вот, поверье, что кто искупается пьяным в этом озере,
тот умирает. Или еще раз. Как скажете? Спасибо. Весна опять пришла, и лучики тепла. Мы поехали дальше, поехали уже на концерт. На концерте выступили, нас очень тепло встретили. А после этого мы поехали поужинать к Михаилу Владимировичу, друзьям. Там мы поужинали. Ну, душевно посидели, посмеялись, поболтали. Сколько концертов вообще, расскажи по времени, не помнишь, там же как было, Миша приходил, уходил, да, вы как-то не сразу пели, потому что там были выступления каких-то других коллективов, хоть свадьба там была, я по видео помню, как это было, не помнишь? Не знаю, мне кажется, разово мы как-то вышли, пели недолго, и все. Примерно, не помнишь? Ну, сейчас. Мне кажется, ну, да нет, сейчас то не есть было, это был необычный концерт, он был меньше, правильно? Нет, да, он был меньше. Формат, то есть не все пешки. Дождик, да, шел. Нет. На сердце тяжкий груз. Владимирский централ. Ветер северный. Когда я банковал, жизнь разменена. Но не очко обычно губит, а к 11 туз. Концерт был полчаса, правильно? То есть просто некоторые... Ну, где-то, да, минут 40, да. Правильно. Вы на какой-то площадке, да, же пели. До шоу. Вы пели на каком-то деревянном таком подмосте, на каком-то, да, то ли стадионе, то ли еще где-то. Там под окном закат, проталина тонка, и все, что недолго, моя весна. Я радуюсь, что здесь... Никакого предчувствия, да, вообще не было? Чего-то такого, как вот? Или все как обычно было? Вот. Нет, предчувствия... Предчувствия не было, были большие планы, то есть он постоянно там, ну, говорил, что мы должны были ехать, эту передачу «Пусть говорят», мы все поедем, потом мы должны были куда там в Афины лететь. Тяжкий груз. Владимирский централ. Ветер северный. Хотя я банковал, жизнь разменена. Но не очко обычно купит. К 11 туз. Вы уже, да, стали приглашать, то есть Миша был уже востребованный, правильно? Да, 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 то есть у нас такие были насыщенные гастроли, прям вообще, он там постоянно говорил, вот мы сейчас туда, готовимся сейчас туда, поедем туда, то есть он вот так вот все. То есть жить бы, да? О завтра говорил. Значит, потом я уже собралась уезжать с ребятами, которые у нас были из Москвы, из коллектива. И я со всеми попрощалась, ухожу. И Михаил Владимирович, когда я уже садилась в машину, окликнул меня. У нас такое было между друг другом в коллективе. Мы там называли друг друга Толямба, Витямба, Котямба. Это наши такое внутренние были прозвища. Спасибо.
друзья, а теперь... И я уже, когда садилась в машину, он меня окликнул и кричит «Котямба, попрощацкаться». Он еще так любил выражаться, именно «попрощацкаться». Я не поняла, но обычно мы там говорили «до свидания», и все, на этом наше прощание как бы заканчивалось. Я не поняла, но я вышла из машины, получается, подошла, он подошел ко мне, меня обнял. Вот сейчас говорю, у меня прям мурашки по коже. Да это вообще, да. Он меня обнял и вот и держал долго в объятиях. Я вообще не поняла, что происходит, ну, что за прощание, которого никогда до этого не было. Рух всегда с радостью откликался на любые приглашения спеть землякам. И практически ни один праздник не обходился без его выступления. И проливной дождь не мог отменить его концерт. Он всегда оставался самим собой и прежде всего артистом с большой буквы. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песню я петь и вино угощать. После объятий я уже пошла, села в машину и уехала. Потом вот... То есть это последняя? Это последняя наша встреча, да, последний раз, когда видела. Потом мне уже сообщили уже о его смерти. Мы посмотрим друг на друга, и, конечно, еще мне захочется спеть, и открыть глаза. Мы посмотрим друг на друга, и, конечно, еще мне захочется. Я победу забуду, я прощу все, что можно, и все, что нельзя, но другим никогда. Катюш, ну спасибо тебе огромное, да, за то, что да. ты... Спасибо вам огромное, спасибо, да. Что вы на этой ноте прекрасный Миша, да, он был хороший юморист. Друзья, мы на этой ноте заканчиваем разговор. С вами был я, Сергей Елисеев, автор проекта «Давай поговорим». И последняя, ну я думаю, была бы она еще бы долго поработала, бэк-вокалистка или солистка Михаила Круга, Екатерина Зарыгина. Спасибо, Катя, спасибо.